Осьминог бесконечности представляет афоризмы на тему «Критическое мышление». Некритическое восприятие критического мышления делает критическое мышление ничем не отличающимся от других форм мышления. Критическое мышление – лишь европейский фантазм, очередное оружие догматических систем против их несогласных соперников. Если под критическим мышлением понимать субъективную способность критиковать что-то, то у него нет никакой реальной ценности. Критическое мышление – это такое мышление, при котором ты обязан критиковать то, что модно критиковать в критически мыслящих сообществах. Если ты критикуешь то, что нельзя критиковать в таких сообществах, или отказываешься критиковать то, что критикуют в этих сообществах, то прослывешь идиотом, и критиковать будут уже тебя. Мне кажется, что невозможно никого научить критическому мышлению, потому что само научение не может быть критическим. Любая попытка научить критическому мышлению в итоге приводит к созданию сакральных зон, в которых что-то критиковать модно, а что-то критиковать не модно, и даже противопоказано. Сама критика перестает быть критикой и становится модной догмой. И это неизбежно, когда кто-то пытается обучать кого-то критическому мышлению. А догматики очень любят говорить «отнесись к себе критично», но переводится это так «прими мою точку зрения». Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео.